Вот так вот, друзья. Хотели эпично открыть ворота, но, как вы видите, везде уже снегом все замело. Наконец-то. Наконец-таки ТТР-ка выезжает после долгого ремонта. Ну как ремонт, в принципе, недолго длится. Вот Гриша у нас пропадал. То на ферму его отправит там работать, заменить кого-то. То еще там медосмотр туда-сюда. В общем, видели, наверное, вы, да, наше видео. Мы начинали ремонт на улице, в итоге закончили в гараже. Потому что на улице уже все. Минус 15. Морозы пошли, снегопад вон. ТТР-ки не было и некому дороги чистить. Все, давай. Баньки. Подожди секундочку. Ой-ой, что-то не хочет. С первого раза. Да. Все. Что, натягивать? А, сначала это надо. Высоту. Так. Шланг, шланг, шланг. Опа, все, готово. Пришло твое время, грейдер. Надо полено убрать. Не замерз. Думал, замерз, печарка моя падает. Загрузились. Надо колеса накачать. За целое лето спустили колеса. Так, еще проблема выехать. Вся техника здесь заставлена. Два трактора кировец. Прицеп здесь мешается. Ну, в принципе, вроде выезжает. Так. По диску не едет нормально, но колеса надо накачивать. Главное, чтобы не провернуло там сейчас шину. Так, шланг нам нужен. Сразу включаем компрессор. Ну-ка, продувка. Глаза. Все? Отверг нужно? Отверг. Можно без отвертки пока. А может, как-то надо теперь приготовиться. Здесь внутри. Туда. Моментально, смотри, вообще просто моментально. Без ускорения, без ничего. Да, нормальный он. Просто 5 секунд. Ч,
Все, все, отключаю компрессор. Ну все, поехали до пункта назначения. Там надо расчистить снег. Все. Поконим. Снега полным-полно, хоть как с горки скатывайся. Вообще до крыши намело. Обалдеть. Палки стоят. Что за производитель? Немецкий это. А, Ford Street, что ли? Да. Обалдеть. Две штуки. Это не копалки, это комбайны. В смысле комбайны? Картофель, уборочный комбайн. Ой. Кабель зацепился у нас. О, мужики крышу меняют. Ну, только по сугробам тащит листы. В некоторых местах там плохие. Там снег, короче, провалился. Деревья все срубили. О, оросительная система стоит тут. Еще комбайны картофелеуборочные. Это... Ну да. Полесье. Наверх поднимаем. А, полесье. Там маршрут тоже есть. Ага, один. Да. Ну вот, друзья, наконец-таки полноценно ТТР-ка выехала с грейдером расчищать дороги, площадки от снега. Снега, конечно, пока не так уж много, но местами хватает, то есть местами хорошо намело. Здесь площадка, автомобильная стоянка, тоже надо сейчас расчистить. Так сказать, сегодня у нас первый выезд такой тренировочный. Вчера не смогли выехать, так как там протекали трубки топливные, обратка. Сегодня шайбы поменяли, сейчас вроде не течет, все хорошо. Ох, вспоминая, как мы в прошлом году, сколько снега расчищали, сколько мучились, сколько раз застревали, прям аж ностальгия берет. Сегодня погода хорошая, замечательная, ветер немножко только. В остальном все хорошо, отлично, температура за бортом, можно сказать, минус 3. Сегодня также потеплело немножко, было минус 15. Не, грейдер вообще хорошая вещь. Если бы сейчас толкать с толкателем передним, то здесь времени, наверное, потратили бы в раза три больше. И, естественно, солярки, наверное, сожгли бы раза три больше. Пока это, конечно, все начало. Зима только наступает. Ноябрь месяц еще не закончился. Впереди еще много будет снега, много расчистки. Скорее всего, даже, может, ДТ-75 как-нибудь выйдет. Надо для него стрелу хорошую сделать вперед, двухстороннюю. Но все равно нормальный снег, смотрите, как нагребает, да? После грейдера, конечно, прям вообще идеально чисто, практически до асфальта берет. Ходить приятно. Единственная сложность этого грейдера, конечно, это развороты. Вот в маленьких узких местах, на дорогах там, разворачиваться с ним тяжеловато. В остальном просто замечательно. Да, колеса, конечно, еще резина задняя, лысоватая. И при поворотах чаще всего заднюю часть выталкивает на поворотах снег. Ну, в принципе, здесь долго задерживаться не будем сейчас. Сегодня вроде больше никуда не надо ехать чистить снег. Здесь сейчас почистим, поедем дальше.
Так, друзья, тащу я трос с крюком. В общем, партийное задание для нас с Григорием. Тут некоторые трактора, в общем, технику надо загонять в гараж максимально, сколько возможно, сколько места есть пустых, свободных. Все будем сейчас затаскивать, загонять на ТТРке, на буксир будем брать. Так, вот это колесо надо передвинуть, место освободить. Тут ширина где-то, наверное, ну, метр почти, да? Больше. Метр точно есть ширина? Ширина, да. Так, короче, от комбайна сам по месте приехал. Да, кустар сага придешь? Да. Приша. А? Не. Кустар сага, да, тюрьня, я кустар да прора. Ширину же там в процентах пишут, Гриша. 1050. Не, там же проценты пишут. Метр. И 5 сантиметров. Приша. Опа! Поворачиваем. Вообще легкую качается, красиво. Пока следишь? На ушко вырывать не будем? Пока нет. Так, в общем, друзья, у нас закончилась солярка, трактор заглох. Думали, сейчас солярку зальем 10 минут и заведем ее, запустим. В итоге солярку залили, запустился и потом заглох. Полчаса, даже час, наверное, пытались прокачать воздух. Везде все уже практически открутили, но нифига не получилось запустить. Все проверили, даже топливную магистраль, которая с бака идет, проверили, не забился ли там. Да вроде не забился, непонятно. То ли подкачка не работает, не качает. Так, натянули, отходим в сторонку. Еще лопата мешает сейчас. О, полный привод. Крутит, 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 но не запускается. А, не, лопата, в принципе, нормально. О, дымок немножко пошел. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Дядь Коля там буксует вовсю. Во-во-во-во, дымок черный. Нормально. Что-то не получается. Давай, 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 газуй, 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 Гриша. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Сейчас, говорит, спереди зацепим. В общем, если сверху зацепить, то вниз его будет тянуть лопату. Короче, сверху, снизу пустил, сверху зацепил. Стоп! Так, отходим. Немножко не хватило, так запустился бы. Давай, Гриша! Дядя Коля, как Шумахер тут. Так, у меня скоро голова закружится, елки-моталки. Блин, ТТРка, давай, запускайся, елки-моталки. Пытается, пытается, но...
Все, голова закружилась. Падаем. Ой, елки-моталки, а. Сейчас сушный фарфилет. В общем, сейчас, друзья, все трубки, которые идут к форсункам, открутили там. Пытаемся сейчас тянуть. Аппаратура крутит, как бы, и должен воздух выгонять, по идее. Вроде так задумал Гриша. Но не знаю, как получится. Где у меня тут центр, где я кружился? Во, вот здесь. Так, четвертый, второй льется хорошо. А третий непонятно. Четвертый. Второй хорошо льется. А второй непонятно. А первый ты не откручивал, да, как я понял? Так, трубки закрутили. Ну, если сейчас уж не запустится двигатель, то вообще непонятно, в чем проблема. Почти. Все, запустился. Наконец-то! Реально, за полтора часа, наверное, уже всю работу закончили бы. А вот тут полтора часа только трактор запускаем. Аккуратно. Спасибо тебе, дядь Коля. Выручил. А? Опять заглох! А этот аккумулятор попробуй сейчас, аккумулятор. Нормально. В общем, друзья... Скорее всего, наверное, подкачка не работает. Потому что мы сколько с ним качали, он никак не мог прокачать систему. И, во-вторых, она протекала у нас немножко там. Наверное, он не работает. Поехали. Так, надо подвинуть копалку отсюда, в сторонку. Вместо него... Возможно, даже два трактора заедет. Опа. Максимально в край его надо поставить. Давай еще. Планируем туда загнать как минимум 4 трактора. Так, первый у нас 82,1, дядя Валера, наверное, или не он, этот, да, он самый. Сейчас мы его на трос возьмем, на буксир. Сюда. Это сюда. Так, нормально. В общем, надо, говорит, трактора, оказывается, еще запустить, чтобы загнать. Гриша попросил меня на буксир его взять. Я не знаю, осознанно это Гриша делает или нет. О, лопату нашел.
Не знаю, справлюсь я или нет. Но вроде не первый день в колхозе. Так что седьмую передачу вроде поставили. Да. Ручник. Ручник убран. Так, газ. Натяжку дадим сейчас. Так, не вмещаемся. Включай, говорит, полный привод. Вроде включил. Максимально направо. Крючок. Крючок зацепился. Максимально себя неловко чувствую. О, чуть-чуть перетянул. Прости, Гриша, я не хотел. Да. Опрыскиватель мешается, не могу его под углом вытащить. Все. Сначала вперед тогда. Потом налево. Так, лишь бы селку не зацепить там. Вроде проехал. Так, передок копает. Давай, 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 давай. Дымок, дымок идет. Запустился. Фу. Еще заглох, походу. Елки-моталки. С хрустом залетел, елки-моталки. Хорошо. Гриша показывает по кругу, говорит. Опять полный привод вылетел, что ли? Поставил. Запустился. Нормально. Я не знаю, друзьям, обидно или нет, не могу я одновременно все это делать и снимать. Так, заднюю. Чуть-чуть не попал. Да, Саша, спасибо. А то опять туманец. Ну да. Есть такое. Не крещена пора. Хорошо. Сегодня без обеда. 7:40 как ушел из дома. Так, так, вроде нормально. Не, перчатки снять, они в солярке. И скользкие, а, хотя. Так, руль уже весь скользкий. В солярке. О, так нормально. Стоп, тормоза. Так, нейтралка. О, пока ждем, можно и конфетку перекусить. Лапки, тарапки.
неудобно сидеть тут. Что там вибрирует у Гриши? Заднее стекло. Давай, давай! Все, говорит, поехали. Опять передок выключился. Почему он выключается постоянно? Непонятно. Передние колеса пробуксовывают. Дымок идет. О, слышно, как запустился. Очередной, второй. То ли я валенками тут задеваю, у меня передний привод отключается, не пойму. Или она не фиксируется здесь никак. А, во! Понял. Во, как надо фиксировать, оказывается, передний привод. Он вибрирует у него, а? Заколебал. Гриша перчатку засунул туда. Не вибрировал. Да. С этим, наверное, посложнее будет. Блин, опасно. Как сейчас с куном быть, непонятно. Не дай бог он врежется там куда-нибудь. Все, Гриш команду дал. Да. Непонятно. Давай, включайся, елки-моток. Во. Запустился идеально. Глушителя нету. Так, вроде еще 4-я 80-ка МТЗ-шка остается. И пока что все. Почти идеально припарковался. Пойдемте зацепим. Где там трос наш? Готово. Можем ехать. Десятка капризничает. А, не хочет.
Колеса у него вообще лысая резина. Может туда, Гриша? Туда? О, дрифтит! Стопэ. Стопэ колесо. А это не хочет запускаться. Да. Так, друзья, не успел я заснять процесс, как отбуксировали МТЗ-80. У меня на GoPro-шке закончилась память. В общем, МТЗ-80, там колеса у него лысые полностью. Она скользила просто по снегу и не запускалась. Мы не стали ее мучить, просто сюда притащили. Потом сделали рокировку. МТЗ-80 спереди поставили, ТТР сзади. Я тоже пересел на 80-ку. И Гриша уже сзади его толкателем через брус мы ее затолкали. В общем, здесь все закончили. На сегодня на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем успехов. Всем пока. А ТТРК красавчик.